Во всей Одесской области за сутки планируют высадить почти 2000 деревьев на 100 локациях. В основном новые саженцы украсят парки и скверы. Под каждую местность выбирают разные композиции деревьев. Не везде можно высаживать в принципе. То есть у каждого дерева есть свое функциональное назначение. И даже если это парковая зона, то это должны быть определенные ландшафтные подходы, чтобы это просто было красиво. Город предоставит весь необходимый инвентарь и десятки саженцев. Ясень, тополь, клен, дуб, березу, каштаны – на любой вкус. Возраст деревьев около десятка лет, чтобы лучше прижились. Высадка саженцев – работа кропотливая и требует особого подхода. Надо четко понимать, во-первых, где высаживается с точки зрения коммуникации. Но для этого у нас есть горзелентрест. Надо четко понимать породный состав. И надо понимать, что под высадку дерева сразу необходимо организовывать приствольный участок, для того, чтобы за деревом потом можно было следить, ухаживать. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте Одесской обладминистрации. После этого вас добавят в телеграм-чат. Там можно подробнее ознакомиться с проектом. В день экоакции вам расскажут, где и как правильно высаживать дерево. А после окончания флешмоба у участников будет возможность стать экоамбассадорами. Для того, чтобы потом эти люди, которые вышли на посадку, да, соответственно, чтобы могли приходить на полив деревьев. Потому что то количество, которое мы будем высаживать, за ними нужно еще и будет правильно ухаживать. Информация о местах высадки и о времени проведения будет опубликована на сайте Одесской обладминистрации за неделю до экоакции. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».